Идите сюда, под руки возьми там это. Серафим. Я вам покажу, что это означает. Вот это первый мостик. Посмотрите, какой камень возили. Это бутовый камень. Его раздобыли, привезли. Дальше проходим сюда. Не поднять, матушка, ты что? По ногам себе. Как его поднять? Да что, не поднимай. Да, ну, это вот так... какой камень. Так вон. Кто-то где ты поднимешь, положи. Глянь какой. Вот такие мы таскали камни. Иди сюда. Здесь на машину привезли, а мы уже сюда вот натаскали его. Вот сюда подойдите. Вот трудность заключалась в чем? Его размывало, и здесь ходу никакого нету. А сейчас вот вода, вон там вода, видите вода? Она высоко, а там низко. Так вот сюда мы заложили вниз, в эту яму, 5 полных машин кирпича. Там. А сверху уложили камнем. Вон, видишь, как стенка идет? И оно идет вода, вон она видно, что течет. Она течет день и ночь. А проезд свободный. Ну, а так опять будет литься. Что будет? Вода. Она и должна быть вода. Она весной вода идет, а проезд свободный. Да. Как горная река, когда идет через... где-то и там же дорога. А это так и будет? Так и будет, она так и сделана. А не провалится? А там камень. Камень идет до самого дна, и я здесь по камню. Бульдозер все это удавил. А вот эта, которая земля, это я попросил сделать, чтобы коровы ноги не ломали. Между камнями, если нога попадет. И поэтому она где-то задавила, а где-то вот эту грязь-то выдавила. И мы каждую неделю выезжаем, лопатой убираем ее. А ну если так вот ручеек сделать в глубине? А она не надо, она сама идет там. Она будет переливаться. Ширину она сама определяет, вода. Весной, когда, вот видишь, идет куда камень наложенный. А там он запасной кирпич, еще камень. И вот. А это куда будете девать? Когда, если весной будет сильно сюда наступать, вот здесь вот продолжить, не допустить, чтобы она шла русло. А там у нас забиты сваи, вон они видны. И так внизу подпиленные, их не видно. Они осмоленные и забитые. Здесь где-то 130 свай забиты. Я даже проезжал, они когда еще вода не шла. Они их удерживают. Сейчас мы сядем, чтобы проехать. Здесь проезда не было. Дорога вот такая вот, корыта, и вся дождь. Он ее сделал, она сейчас выпуклая. С нее все, с той дороги сходит. Воды нету. Это очень... Вон откуда брал. Вон видно, весь берег он сгребал, чтобы сделать дорогу. А здесь мы возили машину за машиной, кирпича вот такого красного, и туда все это свалили. И он утоптал то. Но пока вот то, что мы думали, все получилось как надо. Это первый мостик, а это старый мост, это старики делали, мост стоял у них. Они их вымачивали в известке, видно, в ямах, и оно не гниющее, стоит уже больше 100 лет. Так, мы сейчас едем дальше. Сергей, не останавливайся, маленечко разгонись и выскочим. А второй мостик мы покажем, здесь, вот оно, глянь, где, видишь, камнем заложили, чтобы вода не пошла дальше. Вот эти сваи, это все забито, мы сверлили и туда загоняли. А эти все вода? Сваи, сваи. Да, все делали. Между ними все это камнем заложили, чтобы вода весной не пошла здесь, а шла там, где ей положено. Она уже поднялась здесь выше, все залило. Здесь сухо было, то есть не сухо, но и воды не было. Сейчас везде вода. Легко коров поить. Там-то все залило, смотри, насколько выше. Да, да. Вон где тот кирпич, что там вообще мы ходили пешком. А теперь дальше увидите, какая там глубина. Потихоньку садитесь. Держись за руки ее. Сережа, ты не бойся, только давней газ, чтобы на той стороне сразу выскочил. А больше сухого нету. Марина, если ты здесь, иди сюда. Субтитры сделал DimaTorzok.
количество. Нормально пошел.